Мы находимся в Солендорфе, в компании как бы Ergo, которая занимается страхованием. И я был здесь тоже лично на открытии, вот побывал здесь в первый день, когда это бюро было открыто. У нас вот Ариэль и Роман, участники нашей группы предпринимателей, вы потом были у нас на скетче в ноябре тоже. Вот, ну мы будем продолжать, надеюсь, что у нас будет более многочисленные скетчи, и как бы мы будем собираться в разных районах, может быть, в вашем тоже. Вот, такой первый вопрос все-таки, во-первых, вас тоже с Новым годом. Потому что да, вот я начал тоже первый вот Новый год со скретч с нашими предпринимателями. Вот, какие вот у вас планы на этот год? Ну, для начала, понятно же, тоже показывать наш высший класс для наших клиентов, чтобы они ознакомились с нами, чтобы мы ознакомились с ними, да, и с этим наш радиус тоже увеличивать. Да, ну и, конечно, уровень свой тоже увеличивать, потому что улучшать мы, опять-таки, как специалисты, да, тоже, не, как говорится, не стоим на месте, да, и каждый год мы для себя делаем weiterbildung, да, и, понятное дело, тоже учимся у других специалистов, да, у наших клиентов, да, тоже многим вещам, многим моментам, вот, поэтому, конечно, только вперед и только расти и всем вместе. Да, свой уровень повышать. Ну, конечно же, Новый год, много изменений. Мы про это уже записали видео, запишем еще. Я думаю, что будут тоже читатели, которые будут задавать вопросы. И мы можем в течение года, я думаю, отвечать. Добро пожаловать. На некоторые вопросы. Вот, и я думаю, страхование, и вообще, как бы сфера предпринимательства, я думаю, тоже будет затронута. Вот, поэтому я думаю. Да, будет очень интересный год. И, конечно, такой последний вопрос к вам вот сейчас. Это вот насчет, вот, конечно, было много фейерверков в Берлине. Да? Вот как вот ваши клиенты уже обращались к вам в первые дни года? Ну, у меня у одного клиента машина, к сожалению, вполне в смятку. Да, и за счет вот этих всех бойлеров, за счет вот этих всех фейерверков, которые ты только что, Дима, описал, да, и за счет этого мы и советуем клиентам не только иметь основную базовую страховку, это ущерб третьему лицу, которую по законодательству тоже вынуждены каждый клиент иметь, но опять-таки тоже и в том случае каско, таль каско, либо еще лучше фоль каско. Вот. За счет этого, понятно же, мы могли клиенту помочь, мы ему сразу предоставили эрзацфацойк, да, в замену машину, чтобы он дальше мог быть мобильным, это самое главное, да, так как клиент тоже предприниматель, мы очень многих предпринимателей страхуем, и, к сожалению, чем больше у тебя риски, да, чем больше у тебя и есть необходимость застраховаться. Да. У меня вот только сегодня обратился клиент, да, но опять-таки не с фойершадом, не с пожаром, а украли часть от машины, да, украли катализатор. Это не, как сказать, не редкость, да, в наше время, к сожалению. Поэтому тоже такие моменты, это как дипшталь, да, кража, тоже застрахованы через тайль-каску. Ну и, соответственно, также предоставляется эрзацфахрцойг, подменный автомобиль, сервис, премиум сервис и так далее, да, то есть все эти моменты, которые человек может использовать, да, при том небольшую сумму доплачивая за свою базовую страховку.